Залезли в погреб. Ты вроде недавно когда-то это самое ползал, вроде ничего такого. Сверху стоит термальная. Угу. Залез муж в погреб, а там трындец называется. У нас картошка была вся наверху. Нормально, да, мы ели ее постепенно. На втором этаже. Там как погреб у нас тоже. А в погребе-то мы и не рылись, и не проверяли, и не контролировали. Оказывается, надо проверять. Наш погреб Тингард. 1,5 на 1,5 он, да, Вов? Сползаю потом попозднее. В общем, что? Картошка гниет. Нет, это не все. Там нормально. Ну, не вся, да, не вся картошка сгнила. Но, по-видимому, здесь попались. И все. Это наша картошка. Замерзнуть не должна. Да, замерзнуть-то. Ну, там было, конечно, минус сколько-то. Нет, ну, она бы вся бы померзла. Так, морковка гниет. Морковки у нас полно. Ну вот она. Не вся. Муж сейчас начнет перебирать. Это свекла тоже наша. Видите, сколько еще осталось? Апрель месяц. Начало апреля. У нас еще полно было бы овощей. До следующего урожая бы, естественно, бы хватило. Но вот такая катавасия. Я не ползаю туда. И понятия не имею, что. Картошка стояла на низу. Вот. Там еще много картошки. Вот, например, вот эта картошка, кстати, это хорошая. А там, вон, видите, все подтекло. Сейчас муж дезраствору нальет. И там все потерет. Протерет и переберет все это. Где-то все равно фитофторная попалась или гнилая попалась. И все заразило. И все, пожалуйста, тебе. Вот еще морковка. Тоже тут. Вон тоже. Видите, морковки полно, картошки полно, свеклы полно. Ешь, да ешь. Вон она вся сырющая, гниль. Все вот это вот. Все вот это на выброс. В том году все прекрасно сохранилось, но у нас затопило погреб. В этом году все хорошо с погребом, но надо перепроверять. И надо все равно в течение зимы туда ползать, хотя муж ползал, но не видно было. Вроде говорит, все нормально, все нормально. Я его спрашиваю, там все нормально, все нормально. Это нижние, вот я недавно. Нижние ящики, да. Где-то там чего-то задыхается, или друг на дружке, или чего им надо было. Ну ладно, что делать-то? Не судьба поесть нам картошечки. Не судьба-то, там еще 4 ящика. Ну, там еще, говорит, 4 ящика. Так ладно, сейчас сползает, проверит. Я потом еще спущусь. Обзор сделал. Так мы вот, видите, ничего не едим. Вот у нас банок как было, так и здесь и есть банок. Нисколько не уменьшит. Мы ничего не едим этого. Не знаю почему. Раньше все прекрасно ели. Сейчас же ничего не естся у нас. Залезла в погреб. Так, муж проверил. Картошка вроде нормально. Остальная. Вот у нас тут еще вот картошка. Тут картошка. Где-то на семена. На семена, говорит, хорошие. А где на семена? Семена под лестницей. Тут мелкая. А под лестницей, под самой. Вот тут вот. У тебя тут чем-то прикрыто. Я так понимаю. Там это, да. Там у меня стоял ящик. Не продавил, это банки тут. Банки, господи, они так и не уменьшились. Это сок. Да, томатный сок. Сок тут, огурцы, компоты, салатики всякие. Все то же самое, не уменьшилось. Вот тут что-то такое есть. Свеколка осталась, помидорки, салатики, вон они, помидорки. Также тут полно, наверное, должно быть этих у меня. Яблочного пюре где-то, Вов, не вижу. А, вот тут, наверное, яблочное-то пюре. Сливовое пюре яблочное. Ой, всего еще полно. Ешь не хочу. Ну ладно, настолько узкий погреб. Узкий настолько погреб. Тут леча. Тут какие-то банки. Вот малина-то у меня. Малина. Перетертая с сахаром. Все нормально ведь. Так, вот тут тоже перетертая с сахаром. Почему он эту баночку не взял? Не могу понять.
Большуханскую банку взял. Надо было маленькую взять. Ты большуханскую малину взял. А вот варенье. Варенье малиновым. Да, малина. Варенье. Ну, ладно. Так, а это что у нас тут? Я грушевое, наверное, пюре грушевое. На, возьми, там нету. Возьмешь? Опа! Я еле залезла вот по этой лестнице. Вот залезла, еле-еле. Муж говорит, как в постели, так? Господи, ладно, это не будем. Это мы не будем говорить. Ой, говорю, в 60 лет ползать приходится вот так, 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 так. А 80-то как я поползу в этот погреб, а? Отличненько. Ну, ладно. Все тут. Нету. А вот немножко это... Тут надо тряпкой вытереть. Есть этот конденсат, Вов. Вон, видишь? А сколько градусов? Где этот градусник? 4 градуса? 4. 4. И 80. 1 или 2 было. 84%. Ну, ладно. Все. Банки стоят хорошо, ничего не промерзло. А вот овощи, конечно же, ну, наверное, была фитофторная картошка попала, и все, и заразилась. Красная причем, желтая нормально все. А вот красная, она у нас все время почему-то заболевает. Она к фитофтории, по-видимому, очень неровно дышит. Ну вот муж по... Что ты сделал-то? Подбирал? Нет. Перебрал. Да, перебрал. Вот морковка. Вот это наша морковка. Тоже, видите, хранится не очень хорошо. Ну, она и это будет, не будет долго храниться. Ну, ладно, сколько похоронится, сколько поедим. Нашу бери. Нашу. Вот сейчас будем ее что-нибудь с ней делать. Пообрезал, поотбирал. Видите, еще морковки сколько. А вот это тоже наша картошка, да? Да, истыканная. Ну это такая была, она. А, это в первую очередь. А мы что-то так и не съели. Это он отбирал проволочник, вон, да. Так разно. А свекла-то нормальная, да? Свекла нормальная, немножко сверху. Ну, она... Плесень, ну, что делать-то? Ну, она целая. Все равно ее отваривать. Ну, чтобы в холодильник влезла, да. Сейчас...